Слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Я пошел. Ага, пока. Так, ну что ж, давайте прошмонаем тут все. Весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Ты охуела, мразь. Сирене-крыжовник, конечно же. Геральт, хватит трогать мои флаконы. Угу. Даже не мечтай. У тебя есть какая-нибудь одежда, кроме черной и белой? Белье. Я тут подумал, может, Цири подождет еще немного. Это не педагогично и не разгон. Так. Мне тебя очень не хватало. И мне тебя. Но у нас еще будет время. Я искупаюсь, сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знал? Не все ли равно? С каждой я всегда думал только о тебе. Даже когда не помнил тебя. Только серебро. Золото мне не идет. Мог бы это запомнить. Так, ну все, наверное, тут. Что там на балконе у нас? Холера. Отличный у нас все-таки перевал.
Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъем, мастер. Какие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гули и Альгули. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Распустили мы ее. Мы? Я с самого начала говорил, что Цири нужна крепкая рука. Говорил, это верно. Но она тут же села тебе на шею, как и всем остальным. Ну ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. Чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Ну вот, меч проебала. Цири, ты не в цирке. Пируэт. Нет, ноги. Хватит, слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака? Может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну! Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости. Я все поняла. Больше не повторится. Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней с солью. Фу! Вот-вот. Так что веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? Только если свалишься. Сучка малая. Что я говорил о дыхании? Ой, как дыши мышка. Ртом, в ритме шагов. Поворачивает резко. Цири, не кривляйся. Че, сучка кривляется?
Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Они так говорят странно. Должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемир говорил. Ты способная ученица. Не слишком послушная, зато способная. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Так. Я не помню, на что блок, поэтому... Начнем сначала. Даже мастерам стоит иногда вспоминать основы. А Цири новичком-то назвать сложно. Доставай меч, Геральт! Так. Быстрые удары. Раз, два, три. Сильнее, чтобы удар в костях чувствовался. Эй, барышня, локоть при ударе не стоит. Ноги, Цири, про ноги не забывай. Так. Теперь блок. Цири, смотри, под каким углом Геральт держит меч. Что мне блокировать? Я берусь глупой куклой. Научишься плавать. Пустим воду. Репост. Удар. Отвечай. Может, погода меняет? Давай. А теперь, барышня, займемся ведьмачьими знаками. Начнем с Квена. Квен иногда называют ведьмачьим щитом. И смотри, почему. И чтобы искры летели. Видишь, если бы не Квен, я бы оказался в огне. Арт, Геральт, давай! Дело? Арт собьет с ног любого, нарушит ритм, отбросит ненужную вещь. Переходим к Аксию. Сучья кровь, как я его не люблю. Ах, а Аксия все в голове путается. Теперь Ирден. Помнишь его? Да, помню я. Видишь, Цири, так я и шевельнуться не смогу. Кидай бомбу.
Не бойся, Цирик, Вен выдержит. На-на. Ладно, достаточно. Теперь спарринг. Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Почему-то в роликах я не могу убрать субтитры. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири? Будешь чистить все мечи до последнего. Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Рис. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири, а я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. В том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда Цири мне снилось, что-то было не так. Что-то ей угрожало. Мы научили ее защищаться. И от призраков тоже. Сейчас рассветет, пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага.
Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать. Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы увы зимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Чучело единорога. Мы использовали его пару раз. В определенных ситуациях. Чего молодежь только не выдумает. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули. Так. Сука, тварь. За ним по пятам идут трупоеды. Идем, пока новые не набежали. Геральт. Я рассказывал. Встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят. Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерии, ни Кайзера больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить, а то жить не хочется. Придержи. Идем. Помощь! Помогите! Чем там тебе помочь? Улетел!
Да, вылезай. О, боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вы... Вам надо думать, вознаграждение полагается. Ты нам ничего не должен. Ты попал в беду, мы тебе помогли. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Мол, они бесплаты и пальцем не шевельнут. А еще говорят, будто мыши из гнилой соломы родятся. Как там след? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, да, длинные, черные волосы. Наушники заебали. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так, может, чего и узнаете? И вот еще что. Хозяйкой там моя двоюродная сестра. Скажите, что Брам вас послал, так она вас примет как родных. Неплохая идея. Тем более тебе рану нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. Так едем. Привет. Так. Угу. Это значит на Т. Давай, плотва. Значит, грифон так близко к деревне. Странно. И вот и мне так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, у большака. Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В Белом саду надо быть поосторожнее.
И как только что-нибудь узнаем, сразу поедем дальше. Скоро лаврушку будем жрать. Все равно у нас забрали. Как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Кто так урон случился у околицы? Неприятности еще. Нихуя, куда он коню оставил. Что? Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, герб. Темерские лилии. Пускай висят. У нас уже не Темерии, дед, а Нильфгард. Да не в жизнь! Вы палите, блядь. Я с выродками не пью. Прошу прощения за этих пинчук. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Встретил я твоего родича, Брама. Брама? Что с ним? Живой. Передает привет. Сударь-ведьмаки, еда и питье за мой счет. Чего изволите? Так. Оживленно тут у вас. Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо, выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из Вербиц. И знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет? Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. А денег-то дают за грифона? Пока нет. Раньше, если такое чудище в округе гнездо совьет, староста на награду в складчину собирал. Или ехал господину просить помощи. А теперь староста даже в нужник без согласия черных не ходит. А господина, кажется, повесили. Вот и нет на него заказа. Жалко. Мы бы помогли, только не за даром. Ну да. Спасибо за все. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Слышал? Черные уже поля меряют. Да и пускай меряют. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда! Покуда у нас пиво в кружках не скисло.
Была тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что Родобора в канаву спихнула. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди, ведьмаку Микки разум отнял. А у тебя язык отниму, если не заткнешься. Понял нахуй, завали и палишь еще. Еще раз, в игре 4 фракции. Чего? Команды, масти, что-то вроде пики и червы, только пустая трата времени. Скорее Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймешь правила. Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейерт, заслуженный профессор Академии. Читаю курс современной истории. А, дед как шлюха. Ведьмак. Незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охласа, я знаю, что вестница войны лишь сказка. Вестница войны? О чем это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина, такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны? Ровно наоборот. Я еду на фронт. Тебе жизнь не мила? Знания для меня милее жизни. А сидя за книгами, их не добудешь. Я хочу увидеть агрессию Нильфгаарда собственными глазами. Понять ее и описать. Это будет мой опус магнум. Чего? Возвращайся лучше к своим книгам, пока не поздно. Война — это не забава. Здесь не будет выездных сессий, списка опечаток и прочих диссертаций. Тебя убьет первый встречный солдат. Отчего же? Я гражданский, безоружный, соблюдаю нейтралитет. Сапоги. Что? Тебя за сапоги зарежут. Война уже дошла до Новиграда? Нет, но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгаард, с другой — Редания. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Эта кость застряла в горле у многих, владык. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за нее сражаться. Ха-ха. Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены, которых еще не сокрушила ни одна военная машина. Да. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Давай. Я вроде бы умею. Вообще, почему нет? Отлично. Сейчас объясню тебе правила. Так. 10 карт. Так.
Так, осадных. Давай. Так, мой ход. До одного. А, угу. Так. Как он побеждает, когда у него... А, ну два. А, ну точнее. Подожди. Четыре. Мой ход. Это у него за знак такой. Так, у меня осадные остались. Ваш ход. Пашных до одного. Второй раунд мне карты не раздали.